по стоимости такая заготовка оценивается больше тысячи долларов. Это гривна на толстой заготовке. Какой кант? Это узкий кант. Это заготовка обычная на гривну из латуни. Монета, на которой не прочеканен гурт. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео будет потрясающий розыгрыш. В одном из прошлых видео я показал вот такую копилку, наполненную монетами 1 гривна старого образца. И спросил у вас, что мне с ней делать. Разбивать и показывать, что в ней, либо просто разыграть. И, конечно, разные были комментарии. Некоторые говорили, разбивай, посмотрим, как, что там внутри, какие монетки. Кто-то писал, что просто потрясающая копилка и может стоит монетки попробовать достать каким-то образом отсюда. И я принял решение, эта копилка вместе с деньгами будет разыграна здесь по весу, наверное, гривен 300 по монетке 1 гривни. Я ее разыграю прямо в этом выпуске, чтобы узнать условия розыгрыша конкретно данной копилки с монетами 1 гривна старого образца. Досмотрите это видео дальше, я расскажу. А сейчас, конкретно в этом ролике, мы посмотрим, какие монетки могут встретиться вам из перебора вот такого мешка, либо вот таких вот старых копилок. Я вам покажу самые редкие и дорогие монеты, которые могут встретиться вот при таком переборе. А партнер данного видео — сайт Violet, на котором вы можете прикупить себе редкие монеты в коллекцию. Друзья, я там покупаю для себя и вам рекомендую. Ссылочка на него будет в описании. Ну что, давайте переходить к монетам. Гривна 1996 года. Такие гривны могут быть с перепутками, могут быть гурт не 96 года, а гурт 95. Если вы нашли гривну 96 года, на которой на гурте 1995 год, это огромная-огромная удача. Кстати, переходите на мой второй канал «Монетомания», на котором я рассказываю о том, как можно заработать на монетах Украины. То есть первый формат — это гривна 96 года, после чего здесь можно поискать, найти гривну 1995 года, тираж около 50 тысяч штук, 52 тысячи, как указано на некоторых сайтах. Уже есть у меня ролик об конкретно этой монетке, ссылочка будет на него в описании. Что может попасться еще при переборах? Конечно же, это какие-то монетки, которые с непрочеканенным гуртом. То есть монета, на которой не прочеканен гурт или слабо прочеканен. Что еще редкого может найтись? Это, конечно же, гривна 1995 года, но с... Посмотрите, какой у нас кант. Какой кант? Это узкий кант. Конкретно эта гривна стоит очень много денег. Ссылка на нее будет в описании. Ссылка на конкретно это видео по гривне 1995 года. Это просто что-то невероятное и приятное. Конечно же, заготовки под 1 гривну вот такого формата. Это очень круто. Это заготовка обычная на гривну из латуни. Луганский станкостроительный завод. Это заготовка гривна 2014 года. То есть бывают они луганские, Луганский станкостроительный завод без гурта. Бывает заготовка вот такая. Какие могут быть еще редкости? Вот такая заготовка луганская, но здесь мы видим потрясающий, невероятный гурт 1994 года. Это просто шикарнейшая находка. По стоимости такая заготовка оценивается больше тысячи долларов. Следующая заготовка также довольно интересная и редкая. Это 1 гривна с гуртовой надписью 1992. Что не встретить в обороте? Это гривна на толстой заготовке. Посмотрите, какая невероятная просто монетка. Это гривна на толстой заготовке. Посмотрите, просто невероятная монета стоимостью больше 25 тысяч гривен. Посмотрите, какая у них разница по толщине. Хулиганка.
самая первая может попасться. Гривна 96 года, обычная, 96 год. Дальше у нас может попасться гривна 1995 года, тоже обычная, довольно интересная. Гривна 1995 года на тонкой заготовке. Это просто что-то невероятное. Потом заготовка 2014 года. 2014 год. После чего заготовка без гурта. Обычная. 92 года. год. Дальше у нас на толстой заготовке 1 гривна. Интересная, прикольная гривна на толстой заготовке. 92 года. И 1 гривна в серебре в потрясающем состоянии 1992 года. Итак, для участия в конкурсе, друзья, на вот такую копилку с монетами. На моем канале будьте подписчиком канала «Фартовый коллекционер», канала «Монетомания». И оставьте один комментарий здесь в описании к этому видео. Мы разыграем эту копилочку. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайки. Всем пока, друзья.